Два контейнера на Первомайской площади сегодня заполняются вмиг. Из школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, социального обеспечения несут старую бумагу килограммами. Разные книги, также пособия по ЕГЭ и ГИА прошлых лет. Разные газеты тоже старых годов. Книжки, пособия, уже ненужные тетрадки – то, чем делятся школьники. Во всероссийском эко-марафоне «Сдай макулатуру, спаси дерево» участвуют все школы города. Восьмая школа приносит 200 килограмм бумажных отходов, седьмая – 700, шестая – полтонны. В основном на переменах все несли перед началом всех уроков, перед началом школы. Приносили кто что мог. Мы на родительском собрании обратились к нашим родителям. Они, спасибо им большое, откликнулись, вот, чтобы спасти деревья в нашей стране. Спасают деревья жители от мала до велика. В детских садах в акции принимают участие воспитанники и их родители. Потому что это бумага из дерева, а деревья нужно беречь. Но не все жители были организованы заранее. Некоторые до 10 октября и не подозревали о сборе макулатуры, а увидели контейнеры, сходили домой и принесли бумагу во благо экологии. Так, например, сделал Сергей Николаевич. 3,5 килограмма. В качестве макулатуры старые газеты. Рекламные приложения, так, я их не выбрасывал, они собрались. Я вообще-то планировал ее в машину, ну, то, чтобы по суше зимой было. Смотрю, это рекламное мероприятие, решил отдать, чтобы спасти дерево. Очень много с утра уже подошло неравнодушных жителей. Они все говорят, мы привезем газеты, мы привезем журналы, у нас много макулатуры. Приходили на разведку с утра, стоит, как все, поинтересовались. Так что мы ждем сейчас большой приток и жителей, и организаций. Просто люди подъезжают на машинах, выгружают макулатуру. Большой приток с утра до вечера. В акции приняли участие сотни жителей, которые в итоге собрали 6 тонн макулатуры. Это на 1,5 тонны больше, чем за весь предыдущий эко-марафон, который проводился в течение апреля. Но на этом сбор бумажных отходов в нашем городе не заканчивается. Эко-марафон продлится до конца октября. Поэтому все, кто не успел сдать макулатуру, могут это сделать в любое удобное время. В городе установлено для этого 9 бункеров. На улице Победы, дом 4, на улице Школьная, дом 26, Хлебозаводской, дом 35/2, по Фабричному проезду, дом 3, Адмирала Жильцова, 4, улица Задорожной, 24, Центральному проезду, дом 1, улица Толмачева, 10 и Толмачева, 1/2.